Татарь Салават Юлаев, Александр Самонов, Набиев. Казимов, еще ближе, гол! 1-0! Молодой защитник Салавата Юлаева, Ильдан Газимов. Юлаеву и спокойно шайбу принял, посмотрел, голову поднял, сблизился с воротами, причем еще и сместился в центр. Да, по-хорошему позволять такого, конечно, не должны. И отправил шайбу в дальний угол ворот. Скорости не было. Так, Соловьев жестко, но в рамках правил. Судья был неподалеку. 2-0! Ну вот оно, давление от Салавата Юлаева. Ну, давайте нам еще раз посмотрим. Показывали Звягина, да. То есть на самом деле уже не первый момент из-за потери на выходе из зоны или в своей зоне создает такие Салавата Юлаева. И здесь Пименов сам отнял, сам отобрал чуть ли не повторно шайбу у Вэя. И хоть и были варианты, но находился на точке вбрасывания. По большому счету отличная позиция для нас. Игумнов, Ефремов, такое впечатление, выходил от столкновения с Игумновым и врезался в Филатьева. Ну и, соответственно, за блокировок подправился на скамейку. О, хорошая передача Чистяков. Гол 2-1. Большинство реализовано. Но вот сейчас не пришлось Чистякову идти там куда-то на дальнюю штангу. Быстро двигать шайбу. У них это не получается в формате 5 на 5. Но вот здесь они смогли. Две передачи. Поперечная Линдон Вэй отдавал. И здесь один Чистяков. Главное было попасть. Все классно исполнил защитник. Более заметную роль они отыгрывали в первом периоде. Но вот смотрите, так они выходят из тени. Пусть это и забивает защитник Алексей Василевский. На трибунах находится и поддерживает своего сына. Ну и снова отбор. И нельзя не отметить великолепную передачу Джоша Лива. Мы отмечали его результативность. Но я говорю, как бы, во-первых, в средней зоне еще шайбу обработал, показав, что хорошему игроку нельзя отдать плохую передачу. Сохранил движение вперед в этой атаке. И после того, как атака перешла в позиционную, во-первых, снова. Разбежались. Макеев. Вэй. Проходит на Шеребзянова, и он забивает, но практически с той же точки, с которой отправлял шайбу в конце первого периода Семен Чистяков. На площадке, вот здесь вот, и там пространства у Шеребзянова достаточно много. Мне вот интересно, по прямой зашла шайба или, может, рикошет был небольшой? Рикошет был, но, судя по всему, от ловушки. Не в пользу омского хоккеиста. Шаров. Тут же ответ. Гол. Пожалуйста. Вы посмотрите. Спасибо большое коллегам, которые абсолютно правильно показывают вот эту атаку. Омскую атаку. Бросал Макеев. Там еще и с отскоком могло повезти Еремчуку. Но в итоге не повезло. И вот что делает Александр Шаров. Оббегая пару игроков обороны омского авангарда. А ведь он появился в большинстве, да? Отметка удаления Александра Еремчука 48-19, да? То есть, на самом деле, 8-9 минута третьего периода.